большая треть людей — это суть слышащие, к которым потом приходят дьяволы и носят слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на Хаймане — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения они отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя от заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром сердце и приносят плод. Никто, зажегши свечу, не прячет ее и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие в сердце. Ибо нет ничего тайного, что не сделала бы я в них, сокровенного, что не сделала бы известно мне в работе. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет. Поднимется и то, что он думает иметь. We'll be right back.
Thank you.